Ребята, всем привет! Давно не снимала видео, но вот вам сюрпризик небольшой. Сейчас я делаю превью вот такой, такого классного кондо. На самом деле это здание, мне кажется, вообще hidden gem, что называется... Gem. А, господи. В общем, скрытое сокровище, как называется. Это две bedroom'а, две спальные комнаты, гостиная / кухня и вид на океан. Давайте пройдем к самой классной части. Ну, вот здесь так, кухонька. Юнит, кстати, не убрали. Они обычно не разрешают показывать его, если он еще не убран. А он, видимо, наполовину убран. Видите, кровать расправлена. Ocean View. Сейчас покажу вам. Смотрите, просыпаетесь вы такие. Открываете балкон, а тут шум океана. Мне кажется, я вот этот юнит куплю когда-нибудь так. Что не открывается. Смотрите. Вот. Балкон такой классный. Пришел, расположился всей семьей и слушаешь, смотришь океан. Потому что волны нереально красивые и нереально звук приятный. Вот это весь наш Myrtle Beach такой. Surfside Beach. И вот вы такой здесь лежите, пьете мимозу с утра. Как классно! Быстро вам покажу. Туалет, он грязноват. Еще раз. Не ожидала, что они мне такой дадут показать, но не суть. Две раковины, там туалет грязный. Даже вот в туалете сидите, можно слушать океан. Супер, в ванне. Конечно, вида из ванны нет, но тем не менее. И также этот балкон вы можете зайти отсюда, с гостиной. Что-то готовите на кухне, и у вас такой океан шумит. Чем не рай? И эти юниты, на самом деле, еще популярны, их можно сдавать и, ну, не сильно много денег сделать, потому что HOA дороговат, HOA где-то $700 в месяц, плюс налоги надо платить, appliance немного outdated, но it's okay. То есть, вот, дороговат, но так как он хорошо рентабельный, то можно окупать и плюс немножко даже денег делать на нем. В нашем туристическом Myrtle Beach. А это вот гостевая комната. Тоже неплохая, хорошего размера. Тоже у них есть балкончик. Не Ocean Front, но тоже Ocean View. Классно же. Вообще супер. И здание мне нравится, что это Holiday Sands South. Он не совсем в центре Myrtle Beach. Myrtle Beach. Потому что Myrtle Beach, когда это лето, crazy становится немножко. А он чуть-чуть south идет. И оно 2006, по-моему, года. То есть не совсем старое. Это мне очень нравится. То есть мне кажется, это очень... Если кто-то собирается инвестировать в кондо, в квартирку, так скажем, на пляже, чаще всего это плохая инвестиция. Вот. Но если вот ваш клиент собирается, или вы собираетесь... рассматривать все равно какой-то кондо, куда вложить, чтобы еще арендовать, то есть сдавать в аренду. Это одно из самых хороших зданий в Myrtle Beach, мне кажется. Нужно рассмотреть. Они хорошо сдаются. Так что вот, вот такой у меня классный. Это юнит 511, 511, на пятом этаже. Еще раз показываю вам эту красоту. И все. Классно же даже. Я вообще балдею, когда Ocean Front Properties показываю. Ладно, вот такое вам коротенькое 4 минутки видео. Всех люблю, всем целую, всем пока. Напишите в комментах, если вам понравилось это видео, если вам нравятся обзоры квартирок. Если бы вы мечтали жить на океане. Если много мечтаешь, мечты сбываются. Ну не только мечтаешь, нужно еще что-то делать. Смотрите, вон птички. Стаей. Видно, не видно? Красота. Можно дельфинчиков смотреть всяких разных, акул в океане. То есть я обожаю этого, мой сон. Мы на новый месяц немножко в отеле остановились. Так. Упс, не туда. И это был такой кайф просыпаться. Лежишь в кровати, открыл дверь, и эти волны, этот звук, это просто блаженство. И вот пляж в двух шагах. Загорай из балкона, загорай с пляжа, как хочешь. Вот такие дела. Ладно, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь. Всем пока-пока.